Уважаемые друзья, у нас наступает праздник Пурим, четверг вечером и пятницу днем. Мы всегда, каждый год, собрали вместе большой зал, много лехаим, много радас, собрались все вместе. Но, к сожалению, в этот год нам нельзя собраться вместе. Но мы все равно будем праздновать все вместе праздник Пурим. Все равно будем радоваться этот праздник. Мы знаем, что на праздник Пурим есть четыре заповеди. Первый – слышать Свидек Эстер. Второй заповеди – Мишлоах Манот. Мы готовили тут синагога подарки и будет минаться друг друга подарком. Третий заповеди – будем туда цдака, бедных людей. И, конечно, будет угощение, пурымское угощение с музыкой. И так, в середине дня, надеемся видеть каждый вас, вся наша община, синагога. С одной стороны, будем праздновать безопасно, но с большой радостью, со всей сердца. Хаг Пурим Самеах!